Я даже слова не говорил про это, что ты еврей. Ты не говорил? Нет. Серьезно? Нет. Я в записи посмотрю. Я только сейчас начал записывать. Суть в чем? Тем, кто сейчас не врубается. Макс говорил про голду, типа, не забыл ли я голду подобрать, когда он сдох. Ну вот, он... Ну, я ее подобрал. И он думал, что я сказал, что он еврей. Но ой, все. Но я не сказал. И после этого я начал записывать. Говорил ты. Не говорил я. Так. Врать не печка есть? Кузница есть? Наковальня кузница, говорит. Я меч себе сделал платиновый. Все, можно танцевать. Зачем тебе платиновый меч, когда можно сделать деревянное ее? Ее. Господи, я не сделал платиновый меч, я сделал платиновый этот тыкатель. Нет. Ладно, я свой меч не выкинул. Ну что я могу сказать? Ты молодец. Но у него дамаг 14 милли дэмэдж. И он вообще так быстрый. Тык-тык-тык-тык. Ну, посмотрим. Может, будет ситуативное оружие. Че, пойдем в шахту? Я в шахте. Ты офигел? В шахте без меня? Я в шахте, в пустыне. В пустыне? Ну да. Слишком много мобов в этой чертовой пустыне. Пшли прочь, птицы. Страшно, лысые. Чё, не спустился? Ага, мне птицы будут. Внизу, в пещере. Я просто тут 5 тенге. Валчеров. Послышалось 5 тенге. Ну и 5 тенге он их подобрал. Тут же специальная руда, а я ее добывать пока еще не могу. Зачем это спускать сюда? Я что, самоубийца, что ли? Буп. Слизни мрази. Все слизни мрази. Не будь так. Пред этот. Нет, как это? Я даже не могу сказать. Я хотел что-то сказать, но я не знаю, как это слово. Что за это слово? Как это по-русски? Предубежден, вот что. О боже. К слизням. Может, они там хотят с тобой дружиться. Ну, не могут. Ну ты попробуй с ними сначала поговорить. Что-то, может, они говорить могут. Не-а. Откуда ты знаешь, ты пробовал? Да. Вот сейчас он вижу звук слизни, я с ним попробую поговорить. А они мне в ответ булькают. Буль-курлык. Коровый буль. Я тут тоже. Надо зелье готовить. Он в меня выстрелил, мразь. Все плохо. Теперь ты заражен. Не знаю чем. Может, но... Но-но. Да нет, я пока сдох. Ты куда? Сюда. Здорово, правда? Ой, ящик. Ну да, да. Ничего толкового, всякий такой хлам в большинстве. Из все, что было полезное в этом ящике, это был сам ящик. Ну так всегда обычно, наверху. Нет, ну бывает там какие-нибудь когти, там свисток этот. Вот. Ой-ой-ой. Бумеранг. Бумеранг? Ты нашел бумеранг? Бумеранг. Бумеранг. Ну, вообще, казахская кх. Да пошел ты. Нацист. Нацист. Как я говорю. Нацистит. Да это тоже. Говно пещера там ничего. А дырява, как твоя подруга. Хорошо, что у меня ее нет. Да. О, ящик как раз там. А ты боялась. Я за ящик.
Любому. По-любому я его опустошу. Нет, в нем копье. Я теперь копейный парень. Копеечный. Копеечный. 8 дебридж. Это вообще 10 из 10. Я лучше в сундук просто поворол. А, он же дамажит этот по 3 раза. Ну тогда пойдет. О, это звук страшный вообще, надо напрягать. О, найс. Темно же. Факел же этот запрещено у нас. Посмотрите, звуки страшные. Старое искажение так не пугало, как это. Старое искажение просто раньше казалось что-то неизведанным. Я никуда не пойду, я Максим. Пошел. Дезморалишь меня. Не дезморали. Я Максим. А деморализую. Ну, смотри, на стол. Маленький звездюк, иди отсюда. Чё там? На. Это теперь... Это... Макс, быстро двигайся. Быстро борись. О. Нойс. Так, надо ящики забрать. У меня что-то ценное упало с ним. Ты проверь. С них вроде падают какие-то определенные предметы. Блин, вообще против них круто этот. Копье вообще в тему. Даже мы на руде стоим. Я не допрыгну, боюсь. Тут амбрелла была. Подожди, там ты ящик пропустил. Нет. Да. А, да. Я не вижу. Херб баг там был. Херб, ну это травы там. Да, я понял. И там бумеранг есть. Бумеранг нужен? Нет. Ну, а нафиг. Сколько дамага? 6. А, подожди, он лучше моего. Да, 8. Ты, может, меня подождешь, да? Не, нафиг мне. Бежит это на встречу по приключению. Я сам. Нойс. На меня чуть этот не упал. Я знаю, это, я так и заметил, я иду так и сверху. Так и думаю, все, мы. Макс приехал. Че там? Какова ситуация? Band of Regeneration. Жизет ты. Ну да, я же вперед всех иду. Козел просто. О, экстрактинатор, короче, тут есть. Это хорошо, я с собой с вашей взял. Подожди, тут же это. Тут же эти есть, подожди. Тут это платиновый. А, это серебро, фу тогда. Нафиг все эти аметисты. О, Макс, поездка начинается, я поехал, пока. Все, давай, пока. Я вспомнил вот эту плюсную версию, эти вагонетковые приключения потом. Целая пещера у тебя такая на виду. Я приехал. Молодец. Вот стоять. Как слезть, я забыл абаф просто брать. Ну, я нашел там платину море. Я тут картины нашел. Куча сундуков, как всегда. Ой, такой платина чертовая. Подозрительный глаз. Очень подозрительный. Ну да, пойдет. Платинум бар сразу. Это бываю как раб. Зато у меня шлем крутой. Кто-кто? Шлем крутой. Кто? Шлем. Никому не подозреваешь. Никому не подозреваешь, типа, что? Член на него крутой. Шлем. Да-да-да, именно. Именно. Шлем. Ой, нашел. Шлю-шлем. Ну не шлем, но ящик. Не простой, а золотой.
и в нем еще один экстракционатор. Вау, какая удача, я такой везунчик. Я тоже везунчик, столько с этих сундуков. Ну-ка, нажму баф просто и стану невидимый, вау. 5 критиков страйк, 3 критиков страйк. Если то, что себя не вижу, я не понимаю, где я, что я. Что вау. Ты? Из-за этого вагонетка даже невидимая. Ладно, я хоть свечусь. Дожди меня. Ты кто? Я. Ты мне мешаешь доубить. О, смотри, сколько платины. Ну я сюда за ней пришел. А ты видел тут еще, помимо платин лид. А, это серебро. Все, отменяем операцию. Ой, это пишет. Представляю. Ну что за девки пошли, говорят, я спать, еще целый час сидит. Такие вот. У меня 160 жизней. Хавай. У меня 160. Ты вообще офигел, да? Подожди, вынеси, не копаем, там дура. Подожди, ну дура. Слушай, а давай ее как-нибудь я сниму этим бумерангом там. Бумерангом? Подожди, да. Я хотел к тебе туда подпрыгнуть как-нибудь. Стой. У меня ж гуфа нет. Гуфа? Стой. Я тоже... She's lost control. Ты что, браться? У тебя еще бумеранг крутый, да вообще хрень. А у меня еще один есть, хочешь, да? Точно такой же. Давай. Найс. Че мне? Криты повышает. Нимфа. У меня 5% крит. Вообще заткнись просто. У меня 5% крита. Давай, умираю же, тварь. Сколько у него хп? 300 что ли? Иди сюда. Ну, брат, как зондок. И ничего не упало. Там скелет. Чё ты хотел там? Приз? Да. Новый. Приз на барабане, буква. Буква. Буква приз. Да. Да. А то я не могу идти. Я ног не чувствую. Почему? Не знаю. Сейчас я проверю, это что, серебро? Нет, мы копаем. А, ну, везде нам туда и надо. Да-да-да. Сюда, пока. Ты тащишься ко мне. А мне там же есть зелье такое? Ой, я тоже сейчас разобью. Get good. Я не разбилась. Ну понятно, я конечно ходил, что-то. Чё я сюда ходил? Чё там есть? Гловстики. Ну и эти. Эту хрень забери. Какую? Все, ты ее взял. О, вот нам нужно вот это. Нет, я ее взял, она у меня есть. Лум у тебя есть, да? Да, есть. Блин, ящик надо забрать. Мне нравятся ящики. Зеленый золото. Тебе нравятся ящики? Пошли, о, поехали. Пирани. Пошли, поехали, хотел сказать. Бегать, ехать? Ну. Ну ты, я смотрю, Флинстоун. Вот тут стоять. Нужна остановка. Я нашел ящик. Я нашел тут какие-то фералы Клаус. Клаус. Санта Клаус. Консуминс Рич Малагани. Малагани. Living Rich Малагани. Малагани. Я хочу... О, тут крутое, крутое дерево. Дорогое, короче, оно. Рич, значит, дорогое. Посмотрим, как оно выглядит просто. Ну-ка. Логично. О, да, я его добываю. Тут дерево под землей, ты понимаешь? Do you understand that, bitch? Нет. Well, this is bad for you. Ну тут Рич Малагани. Это этот... Имя, фамилия. А нет, Рич Махагани. Все оказалось сложнее. Ты пропустил комнату, знаешь? Нет. Тупец. Нет. Все мне за тебя делать, добывать. Да. Ходить.
Да. Ходите в комнаты. Иди в комнату. Быстро. Ну ты ящичек мой. Ну в котором ничего толкового нет. Плюс 8 дэмэдж. Лучше, чем криты. Но я обе хрени возьму, только не знаю, что оставить. Тут сердце есть. Ну возьми. У меня нет места. Ну, освободи место. Я тебе факелом подсветил. Я найду, думаешь, это, да? Да. Я выпил спелункер поушен. Ой, я вижу еще один ящик. О, тут гранитовая фигня. Мраморная, это не гранитовая. Ты меня еще спутал, блин. За твоей тупости я тоже тупой еще. Я вижу ящик. Но его жралка охраняет. Не хочу его лутать. Такими. Ты еще один этот домик пропустил в деревне. Ты Макс. Да я же не вижу. Деревня просто. Просто Казахстан какой-то. Как этот скелет так быстро прошел? Я тебя сейчас затыкаю до смерти, чмо. Он читер. Даже с него Лакис. Две голды. Две голды? Ага. А мои что давали? Энгари. Три дебриджа. По идее, да, дебридж сразу лучше, чем хриты. Так, идем дальше. Блин. Да нафиг, за мной еще медуза увязалась. О, слава богу, я в воду упал. Слава лох. О. Мне не дадут глаз добыть. В военкомате у окулиста. Какую букву я показываю? А где вы? Годен. Я боюсь. Ну, друга так будет. Да не, ну вряд ли. Одного так, короче. Спасибо за эту неоправданную опасность, Макс. Две голды. Четыре голды. Шесть голды ушли. Нет, я твои подобрал. Смотри, Макгрин вас ремонт фронтендом.